области Приморского края. Город Уссурийск он представляет. Тоже воспитанник Андрея, да? Водоплелого. Да, воспитанник Андрея Вячеславовича Водоплелого. И представитель Республики Саха-Якутия Куцуруев Адулай. Здесь я скажу, что Вагабов Шамиль мастеровитый парень, ага, призер чемпионата России. Ну, сейчас посмотрим, как бы вес такой. Скажем так, темная лошадка, возможно, наш спортсмен. Очень на это надеемся. Андрей Васильевич его вытаскивает. Наш главный тренер Андрей Васильев настроил своего спортсмена. Хлопки по спине напутственные. Да, очень серьезный вес, до 91 килограмма. Мощные ребята. Я вот не помню, в прошлом году Шамиль Вагабов у нас на чемпионате России боксировал. Весе, да? По-моему, в призах был, да? Не помнишь, Александр? Призы, по-моему, да. Попал он. По-моему, попал он. Сейчас не помню. Да. Сейчас я не упомню. Ну, Шамиль серьезный боец. Оп. Да, в данном поединке. Мне кажется, три раунда не состоятся. Как ты думаешь, Петр? Ну, что-то размен, да, ребята, как бы такой стали достаточно там, жесткий. Как бы тушеваться не стали. И... Да. Шамиль прощупывает корпус нашего спортсмена. Ой, ну, Адулай тут тушеваться не собирается. Да. Только вперед, видимо, установка. Так, обмениваться любезностями не собирается, скажем так, наш спортсмен. Ну, видно, что не совсем уж новичок. Куцуруев Адулай, да? Да, наш спортсмен. Несмотря на наши ожидания. Просто, если честно, вот раньше я вот не слышал и не видел данного спортсмена. Четкое попадание. То и следовало ожидать. Левый. Удар мастера спорта России Шамиля Вагабова. Ну, левый. Сейчас посадил. Левый боковой. Да, сейчас очень опасно, надо, да, хорошенько защищаться. Ну, как мы и предполагали, скорее всего, поединок может завершиться раньше срока. Ребята, не слышали гонг? Да. Откал страстей. Все-таки последний гала-финал сегодняшней программы. Да, тут вес такой, как в ручку бросил, как бы можно и уснуть, да? Да. Свет отключат. Даже не надо поймешь. Отдать должное Куцуруеву Адулаю, молодец. Ага, как бы. Не стал он там. Пошел, да, получается? Да. О, неплохую технику демонстрирует наш спортсмен. Ну, серию такая неплохая. Левый боковой зашел. Да. Довольно-таки ощутимый. Левый, да, крюк. Ага. Это очень частый нокаутирующий удар в целом. Итак, второй раунд.
очень-очень внимательно. Надо плотно защищаться. Руки, главное, не опускать нашему спортсмену. Потому что это может привести очень к роковой ошибке. Тем более в этом весе. До 91 килограмма. Интересно, сколько лет Шамилю Вагабову? Я даже так не скажу. Ну, 20, максимум, наверное, 26, наверное, я так думаю. Ну, а так максимум. Достаточно долго он выступает. Ну, да, как да, бы выступает, очень да. много раз он сюда приезжал. Да. И все время среди мужчин. И молодец, что, как говорится, не уходит от из спорта, да, да, да. и поддерживает свою спортивную форму, да? Да. Очень хорошо выглядит. Согласен. Так, и снова открывает счет рефери. Да, верно. Да, верно. Соответственно, бой завершился. Ввиду явного преимущества мастера спорта России из Приморского края Вагабова Шамиля. Хусруев Адулай из республики Саха-Якутия ни на секундочку не показал, что он, как говорится, боится мастера спорта. Шел вперед. Стушевался, да. Просто, как говорится, можно только поблагодарить, благодарить его за то, что за честь республики он дрался до конца, что говорится. В памяти первого чемпиона мира СССР Александра Иванова, боец красного угла Вагабов Шамиль, Приморский край. Поздравляем, искренне поздравляем, искренне рады за Вагабова Шамиля. Не зря он приехал с такой дали с Приморского края. Доказать очередной раз, что он лучший на Дальнем Востоке. И очень надеемся, что, получив путевку на чемпионат России, выступит успешно. Желаем всем успехов в спорте. Будьте здоровы и занимайтесь кикбоксингом. Да, на сегодня наши гала-финалы закончились. Пожелаю всем вам успехов, здоровья. Приходите в залы. До свидания.